вами разбирали атаки не убивающей техники, атаки, когда бились правым. Теперь слева. Почему у стеночки? Когда уйти некуда. Когда мы понимаем, что нам бежать некуда. Когда бежать некуда, у нас включается другие механизмы. Сись включает немножко другое. Когда есть куда бежать, мы на этой... А когда вот некуда бежать, тогда другие моменты включаются. Итак, наносится удар левый. То есть мы вышли. Да, тоже наносим сюда. Видите, что делаем? Опять, посмотрите. Помните, мы с вами еще раз все исходит из того, что мы с вами отрабатывали. Помните? Раз. Вот эти вещи, да? Вот это происходит то же самое, только два уровня. Два уровня. И мы, когда отбиваем его атаку, то есть мы бросаем в глаза или в горло. То есть у нас получается такой... Не в грудь, как могло сейчас показаться, не в грудь. Пять, вот сюда, в грудную мышцу. То есть не здесь сердце, не в легкие. То есть техника не убивающая. Не убивающая, которая не убивает. Еще раз. Он наносит... Раз, ложись, опять, не в шею, а в плечо сзади. Так как вот здесь мы сразу выходили, когда справа били, мы сразу делали бам, сразу выходили в плечо. То есть мы сразу экономили время, у нас там, потому что так было построено. Здесь же мы не будем же защищаться вот этой рукой. Вот еще нам за шею, по башке стукнет еще, видите, потом за шею, и мы лежим. И конец нам. Естественно, ближайшей рукой. Здесь нож. Он нам никак не мешает. Раз. Видите, что происходит? А тут движение. Бам! Видите, что я делаю? Вот. Такое допустим. Вот, не бойся, атакуй меня. Атакуй! Заскакиваем сразу в него. Или в горло. Или сразу, или в горло. То есть удары делаются под горло, когда бьем, не бьем кадык, не ломаем гортань, а бьем под челюсть. Вот туда под челюсть. Вот туда. И я бью чуть сбоку. Чтобы как раз сонные артерии пришли. Чуть сбоку. И туда. Чтобы не сломать, чтобы не погиб. Вот. Поэтому держи. Идет вот такое движение. Вот такое движение. Медленно. Медленно это будет так. Причем это импульс. Движение импульсное. Понимаете, как происходит? Мы уже зашли сюда. Нет ножа, происходит то, что... Сломал голову. То есть есть или нет? Нож, не нож. Есть нож, нет ножа, потерял. Не появился. Но если вы владеете этим, почему нужно изучать работу ножом? Чтобы уметь противостоять ножу. Если ты знаешь биомеханику работы ножом, если знаешь откуда приблизительно все, что будет делаться, и у тебя... Есть эти наработки, ты быстро с этим справишься. Итак, не убиваем.